поздравить вас с началом чемпионата России 2016 года здесь, в Екатеринбурге, и приступить к началу официальной жеребьевки стартовых номеров. Раз на экране мы ничего не видим, значит, я прежде всего хочу познакомить вас с составом судейской бригады, которая будет оценивать выступления спортивных пар. Технически, да, появилось, только стоило напомнить, как сразу появилось. Тем не менее, технический контролер Александр Лакерник, Москва. Технический специалист Александр Кузнецов, Москва. Ассистент технического специалиста Лариса Федосеева, Санкт-Петербург. Старший судья, ваш покорный судья, как сказал Святослав Безменов, Павел Попенко. Судьи, Святослав Попенко, Тверь, Евгений Безменов, Казань, Людмила Волкова, Московская область, Владислава Глазкова, Челябинск, Софья Киташова, Москва, Ольга Кожемякина, Москва, Константин Кучин, Челябинск, Елена Хмызенко, Санкт-Петербург, Татьяна Шаркина, Санкт-Петербург. К соревнованиям допущено 12 спортивных пар. Состав вы видите на экране, и если нет никаких возражений, то мы начинаем процедуру жеребьевки стартовых номеров. Для определения буквы, с которой мы начнем жеребьевку стартовых номеров, я хочу пригласить сюда Татьяну Волосожар и Максима Тронькова. Буква номер 7 – это буква К. Пожалуйста, Юка Кавагути, Александр Смирнов, Санкт-Петербург, Тверь. Стартовый номер 12. Татьяна Кузнецова, Семен Степанов, первый. Три. Стартовый номер 3. Анастасия Полуянова, Степан Коротков, первый. Стартовый номер 4. Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Москва. Стартовый номер 11. Александра Шевченко, Иван Бич, Москва. Стартовый номер 5. Кристина Астахова, Алексей Роганов, Москва. Седьмой. Стартовый номер 7. Вера Базарова, Андрей Депутат, Саранск, Москва. Софья Бирюкова, Андрей Филонов, Сочи. Второй.
Второй. Стартовый номер 2. Татьяна Волосожар, Максим Тройков, Москва, Сочи. Стартовый номер 10. Анастасия Кубанова, Алексей Сенцов, Пермь. Стартовый номер 6. Алиса Ефимова, Александр Коровин, Москва. Стартовый номер 9. И Наталья Забиярко, Александр Энберт, Сочи. Говорят, 8. Да? Может быть. Это. 8. Спасибо. Стартовый номер 8. Результаты жеребьевки повторять не буду, вы, наверное, все запомнили. Хочу сказать, что завтра тренировки начинаются в 10:00. Три группы, 4-4-4. После второй группы будет...